Одиннадцатиклассники Миша и Яков Белые, два брата-близнеца из Луганска. Как и другим ребятам, им пришлось оставить прежнюю жизнь, школу, друзей и увлечения. До переезда парни 6 лет профессионально занимались боксом, поэтому в Ульяновске также хотят возобновить тренировки. Но для начала нужно адаптироваться к новой школе, познакомиться с одноклассниками. За это огромное спасибо городу Ульяновск. Вот, когда эвакуация началась, сразу вот эвакуировались. Уже успели с кем-то пообщаться? Познакомиться, да, успели. Тут с девушками очень красивые в городе. Не мог, ну, как не познакомиться. После всех праздников за парты средней школы номер 6 сели 17 новых учеников. Всего же учебное учреждение определили 23 человека. В школу ребят привезли на автобусе, но и пешком добираться недалеко. Все выбранные для эвакуированных детей школы находятся в шаговой доступности от пунктов временного проживания. «Маленькая трагедия Александра Сергеевича Пушкина. Моцарт и Сальери». Пока о серьезных заданиях и проверочных речи не идет, заверил директор учреждения. Детям предстоит не только освоиться на новом месте, но и разобраться со школьной программой. Она отличается от их прежней. Если понадобится, то для ребят организуют дополнительные факультативные занятия и занятия с психологами. Также гости из ЛНР и ДНР смогут посещать спортивные секции, творческие кружки и активно участвовать в жизни школы и класса. В индивидуальном порядке с родителями был проведен, так скажем, опрос по школьным принадлежностям, по спортивной форме, по школьной форме, что им не хватало. Мы, так скажем, вместе с социальной защитой помогли им получить. На сегодняшний день также они получают двухразовое питание, это завтрак и обед, и будут после учебных занятий доставлены обратно на место проживания. В общей сложности в Ульяновскую область приехало 300 детей, 180 из них – школьники. Приняли их в 8 школах. Ребят обеспечили всем необходимым – формой, учебниками, канцтоварами. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Управда ТВ.